приехали на поселок Спортбаза. Здесь вот немножко вот видно почищено. Вот где остановка, разворот. Как бы вот так вот. Вот. И вот сугробище. Вот. А сейчас поедем дальше. Как бы так вот. Здесь у нас он поумирал и все. Такие вот буераки. Вот, идем как в туннеле. Что творится? Это чтобы заехать на поселок. Вот вам и новая Москва. Вот тротуаров нету, как видите, тропинок нету. Одна узенькая дорога на поселок. Вот видите, где мамам с детьми приходится ходить и всем остальным. Вот сугробы. По стекло, по машину, по дверь. Как они будут мусорку отсюда вывозить, самому интересно. Он тут пытался грейдер пройти, вон полицейский оторвал. Вот так вот на поселке у нас. Здесь вот ребята расчистили себе стояночку. А дальше вон коллапс. С другой стороны, зима должна быть зимой, когда такую красоту еще увидишь. Детская площадка. Вот где там детям играть? Там снега по уровень забора. Печально. Ну, там дальше то же самое, только может еще чуть похуже будет. А вот парковка у дома.
Парковка длинная, но вот здесь она заканчивается у нас. Вот. Тут наши места почищенные есть. И все. Такие вот сугробы. Счастливо.